Dann hat der Rechner schon. Как раз баланс между температурой, количеством осадков, и все хорошо. Самое лучшее, что может быть. Мы должны быть счастливы, что имеем такие возможности переживать жаркое лето и снежную зиму. Я уезжаю в Германию на следующей неделе. Меня гораздо больше пугает, что такое количество снега там. Здесь-то, ладно, здесь мы справимся, а там поезда перестанут ходить. Вот это сложно.